Аграры Верхнязвінскага района убрали больше за половину площади кукурузы. Усяго в области этой культуры занято амаль 67 тысяч гектаров. Убирать царицу полёв почали еще в конце жніўня, зараз у процесс включились все районы. Убрано 19% площади. Средняя урожайность у регионе крыху выше за 270 центнеров с гектара. Это значительно больше летошнего. Ставку на зеленый корм все лето зарабили в Чашнинском районе. Там побывала наш корреспондент Ольга Шмаргун. Такую мы вырастили с вами кукурузу. И спелая, полная вестковая спелость. Все, что нужно для кукурузы, все у нее уже есть. Головный агроном господарки Иванский Агро демонструя соковитые спелые катахи. С минулогодними не поравнать. Теплое сухое лето все лето зарабило свою справу. Кукуруза уродила, и недохопу гормоу докладно не будет. С прошлым годом мы рассчитываем получше, потому что в прошлом году погода нам не дала к уборке. Очень тяжело было убирать, поэтому не могли заехать на поля. Но в этом году, я думаю, что урожай будет получше. На данный момент у нас 3 КБК работает и 11 единиц отвозки. Плюс на сенажной яме у нас идет 2 трамбовки. До уборки кукурузы у господарцы приступили тыдень тому. Царица полёв займае 450 гектаров. Техника прошла уже 135 из них. Дмитрий Федосенок працуе на перевозце. За смену робит 10-12 рейсов. У траншеи загружает по 100 тонн зеленой массы. Погода позволяет. Денег можно заработать. Тот год не удался, дожди. В этом году на комбайне работал. В этом на тракторе пришлось. Тяжело, но справляемся. Кормы закладывают у траншеи. За тыдень на запасили уже пару тысяч тонн. У господарцы 4300 голов буйной рогатой живелы, 1200 дойный статок. Все лето их под полную потребу собираются забеспечить уластными грубыми и соковитыми кормами. Закупать зеленую массу у соседей докладно не придется. Да, прошлый год был тяжелый. Под норму не заготовили кормов. На сегодняшний день с кормами, думаю, будем обеспечены. Параллельно с уборкой кукурузы пашем, культивируем, сеем. Планы доведены, посев озимых зерновых, 1400 гектар. Поэтому все работы в самом разгаре. Уже на сегодняшний день посеяно 530 гектар. Работаем в 2 посевных агрегата, сеем 60 гектар в день. Усяго у Чашнинском районе убрали чверть площад, занятых кукурузой. Нарыхтовали 20 тысяч тонн кормов. Завершить уборку плануют до конца вересня. Кормовые запасы до этого часу повеличатся, как минимум, у 4 раза. По прошлому году, конечно, была проблема по уборке. Был дефицит, конечно, кормовой базы под весну. Ну, как бы ни было, внутри района приходилось перебрасывать, прокормились, выстояли это все. Ну, чтобы больше не допускать такого, нужно иметь все-таки кормовую, прочную кормовую базу, чтобы было не менее 28-30 кормовых единиц на условную голову. Ставку у Чашнинском районе все лето зарабили менавито на кормовую базу. Тады, як у Витебским, Полоцким и Аршанским, зараз убирают городнину. Под капусту, моркву, бураки и цибулю отведены 170 гектаров. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, новини, Чашнинский район.